Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня мы с вами будем наряжать елку. У меня есть игрушки, это не все, я еще сейчас достану. И Димочка будет наряжать. Давай, малыш, отпускай маму. Давай, наряжай елочку. Наряжай. Ой, ты моя умница. Давай. Вот, вешай аккуратно, хорошенько вешай. В разные места вешай. Вешай вот здесь вот еще. Вот, у нас такие вот игрушки. Игрушки у нас елочные из фикс прайса. На, малыш. Из фикс прайса у нас елочные игрушки. Я им веревочки такие длинненькие сделала. Да, давай. Давай где? Сюда вот наверх. Вот сюда наверх. Вот. Сейчас мы еще достанем. Да, малыш? Сейчас мама достанет. Так, вот я принесла еще. Взял ее? Бери. Вешай. Еще вот несколько штучек. Вешай, вешай. Ой, молодец. Что, никак? Вот сюда повесь. Повыше, повыше, сейчас она шлепнется у тебя. Прям на веточку ее клади. Так вот. Ну, не так, ну ладно. На. Вот так, Дим. Вот. Вот. И все. На. В разнобой. Давай с той стороны ее вешаем. Упал. Упала. Ну, вот так вот. Взяла у мамы и выскочила из рук. Навешано-то вон как много, да? У нас с тобой наступает Новый год. У нас Новый год наступает, заканчивается 2019, да, малыш? И наступает 2020, да? 2020, да, малыш? К нам придет, скажи, Дед Мороз. Скажи, ко мне придет Дед Мороз. И положит подарки под елочку. Димочки, у нас... 2 года и 5 месяцев. Да, это нам с тобой на память останется. Ты будешь потом смотреть и говорить, так. Какая мама была молодая, красивая. Так, что? У нас внизу уже много навешано. Давай теперь маме на очередь будет. Я вот сюда вот повешу. Вот сюда вот. Вот. Еще у нас есть вот такие вот беленькие. Это тоже из фикс прайса. Они как Рафаэлки. Очень похожи на Рафаэлки. Мне даже Рафаэлку захотелось. Вот. Сюда вот одну повесим, да? Ну-ка. Ой. Куда еще не хватает? Не хватает. Там одна белая есть. Ну, подожди. Сверху. Да, вот так вот. Держишь ее? Ну, когда я на тебя хотела ее одеть, ты отказался, да? А теперь тебе надо? Так вот, у нас будет золотая елка в этом году. И вот так она заканчивается. Ну, чуть-чуть что-то это не хватило, да? Чуть-чуть. Так, а внизу мы с вами застелим ватой. У нас будет застелено ватой. У нас мы всегда застеливаем ватой. А остальную мишуру я хочу по квартире. В комнате здесь развесить. У Димы в комнате, да. Вот она наша вата. Вот такая, это самая обычная вата. Она продается в Ашане. Называется просто вата. Ей мы всегда застеливаем внизу елочки. Да, малыш, ты не помнишь? Ты в прошлом году был маленький. Не помнишь, наверное, как это делается. Вот так. Внизу у нас как будто бы снег лежит. Такая вот елочка получается, да? И что самое главное у елки, Дима? Что самое главное у елки? Не надо. Что? Огоньки, Дед Мороз. Где наш Дед Мороз, малыш? Давай принесем Деда Мороза. Вот такой у нас Дед Мороз. Из советских времен. Из 80-х годов, наверное, даже, да, 80-х где-то. Такой вот, я думаю, наверное, не у каждых, конечно, остался такой Дед Мороз. Да, что-то будешь докладывать вату? Но у кого-нибудь они, он наверняка есть еще. Мало у кого, но есть. Да? Такой у него прямо, мне так нравится его борода, здесь такая, как внутри вата, а сверху небольшая такая бумага какая-то очень... мягкая.
тоже. Деда Мороза мы ставим с тобой вот сюда. Он нам подарки принесет. Чуть-чуть ее. Сбоку, что ли? Что ты тыкаешь? Ну отойди, людям не видно же, Дим. Вот так у нас стоит Дед Мороз. А что еще у нас главное? Улыбки. Фонарики. 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 На елке должны быть. В клубе ты же видел фонарики? Расскажи, какие были фонарики. Фонарики. Фонарики были, да? Клубе. Да? В клубе. И у нас тоже есть фонарики. Да, малыш? Не помню, он без музыки, по-моему. Просто. Скажи, у нас будет елка. У нас елка. Скажи, мне 2,5 почти уже. Но у меня есть елка. Это Дед Мороз, это его палочка, да? Палочка. Да. Димы, к сожалению, на елке не было еще. Но я думаю, что в следующем году обязательно будет на елке. И узнает, кто же такой Дед Мороз, да? Да, борода, это борода у Деда Мороза. Борода. Борода. Я думаю, на улице мы с тобой скоро увидим Деда Мороза. По улице они будут много ходить, всяких Деда Мороза, да? Да, вот так вместе с вами мы нарядили елочку. А как она горит, я покажу вам вечером. Да, малыш? Вечером, скажи, мы покажем, как она горит. Там. Да, вечером. Вечером, да, малыш? Для вас это пройдет 1 секунда, а для нас это несколько часов. Да, малыш? Да? Иди сюда. Иди сюда поближе. Посмотрите, какая красота. И зеленый, и синий оттенки, оранжевый и красненький. Опа! Вот такая елка у нас красивая с тобой. Дима сам наряжал елочку, сам, да? Сам наряжал. Много. Да, сегодня мы с тобой нарядили елочку. Вот такую красивую елочку нарядили мы с тобой сегодня. Тихо, не трогай его, Дим. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Арт Мани. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите. Дед Мороз, да, это Дед Мороз. Он охраняет елочку. И в новогоднюю ночь он тебе подарок подарит. Да, подарок подарит.